броню, единобой. Кто некогда любил единоборство, шел биться безоружным, ныне слонов гигантских бой привел. Лесной медведь готов с тобой сразиться. Натяни широкий лук и за... И... Натяни широкий лук, отцовский лук, и заостри первую стрелу, и в бой иди. И поспешай, побить лагайка сбела, и торопись, Арама славный внук. Идут халдеи, они вот-вот тебя настигнут. Да укрепит тебя Господь, хвала Иисусу. 12 века на замену Грабара древнеармянского литературного языка приходит среднеармянский. Как с точки зрения общего содержания, так и поэтической формы, новым словом становится творчество Нерсеса Шнурали. Армянский католикос, деятель армянской церкви, святой Нерсес Шнурали, родился в 1102 году в Киликии, в семье опирата Пахлавуни. Шнурали правнук Григория Магистроса и один из образованнейших людей своего времени. Получив основательное образование в школе при монастыре Карми и епископа Степаноса Манука. В 1145 году Шнурали пишет поэму «Плач на взятие Эдессы», один из первых произведений политической поэзии в армянской литературе. О судьбе армянских городов напоминали падение в 1144 году Эдессы, этого важного центра христианского мира в Северной Месопотамии. Нерсес Шнурали написал свою поэму от лица Эдессы матери, оплакивающей смерть своих детей. Лацек, лацек барцев зайнов, инз вовпадзек кокоави, ес Эдесса, унхак хаакнен. Вортеко луис, ворпев айри, цезем димун канаци зайнов, каканов ев ли воормели. Шнурали является зачинателем жанра армянской эпической поэмы. Также он известен как поэт музыкальный театр.